И что я больше всего люблю в Паралекте. За эти полгода я это поняла не на, только на этом примере, а в принципе на проектах, на каких-то инициативах. Это то, что здесь вообще все можно делать. Здесь какая-то идея, ты приходишь, как-нибудь она реализуется. Может, не сейчас, может, каким-то маленьким ресурсом. Но здесь можно драйвить. Очень много делается для сотрудников. Я это ощутила, когда пришла, когда работала. Ощущаю сейчас, когда по вторникам, четвергам мы обсуждаем такие моменты, какие-то очень персональные требования, которые дошли до хода, и он это вынес на вот такой уровень. Это все обсуждается, выносится экшен-айтемы, и все это делается. Это очень классно. И, конечно, это люди, с которыми я здесь работаю. Я даже как-то... У нас был митинг, Daily Nudge, и у меня не было наушников. Ну, я разговаривала на всю квартиру, и потом я слышу такой фидбэк, типа, вот это у вас митинги, вот это у вас команда.